Сейчас мы еще вызовем полицию. Так была уже полиция. Ждем полицию. Вы им документы не показываете. Я при вас набираю 102. Вы документ покажите, какой полиции. Так милиция. 8 экипажей приехало, вам мало? Да. 4? Четыре экипажа вам мало? Или еще какую-то, может, другую полицию? Да, у вас нету лучшей полиции. Они не видят. Пацаны сами бахнули, ёбать, что ты до пацанов доебался? Да, потому что как бы... Дошли правоохоронні органи, тому що він хапався за зброю. Да. Да, ще вооружен. За автомат. У вас автомат? Пулемет. Серьезно? А где он? Можете показать? Знаешь, сейчас ты можешь не успеть достать. Ты такие умные, такие самые якисенькие. Я тебе отвечаю, я как нахуй. Не нагаляйте. Андрюх, ты понимаешь, нет? Ребята, Андрюх, он просто участник моего дела. Ты понимаешь или нет? Андрюх, пацаны. Мне не будет, если ты здесь. Потому что он на территории завода. Мы же говорим, не переводи. Он на работе, вы не территории завода. Еще раз вам говорю. Мы не должны документам показывать. Есть у него? Как это? Я собственник предприятия. Где он? Где он? Он смылся. Так была уже полиция. Он уже и все показывал. И полиция сказала, чтобы все покинули. Вы запросили его. И мы вас просим. И я сейчас вас прошу, чтобы уникнуть конфликта, чтобы прекратить вот это противостояние. Пожалуйста, покиньте территорию завода. С Александром Сергеевичем мы будем работать в правовом поле. Без проблем. Будут подставы? Зайдите. Будут подставы? Вы с полицией еще раз. Супер. Я уже позвонил. Нет, я уже позвонил. Вы находчивый. Потому что вы препятствуете моей законной деятельности. Я твой закон. Заходи, вы заходите. Я хочу зайти со своей охраной. Я опасаюсь вас. Не допускаю. Я опасаюсь вас. А я имею право. Я имею право. Действия. Где написано, что вы имеете право заводить охрану? Поэтому мы ждем милицию. Полиции. Она уже была. Она приедет, сейчас будет то же самое. Вы провоцируете конфликт. Покиньте, пожалуйста, территорию, там ждите полицию. Я нахожусь на проходной. Я не захожу на территорию. Я имею право здесь. За территорию. Вот этим лицам. Эти лица находятся со мной здесь на основании договора охраны. Вы не имеете права. Шановный, где? Громадянин, его документов нема. Мы подскажем свидетель. Он обязан. Я не обязан. Кто вы такой, что вам предоставляет? Я уже сказал, кто такой. Это представитель. У вас вообще документов никаких. Как это нет? Я вам показал, что я управляю. Так вот вы работаете, идите и работайте. Так я хочу за своей охраной. Охрана не зайдет. Почему? Потому что потому это незаконно. Потому что вы так хотите. Потому что это незаконно. Кто сказал, это незаконно? Я говорю, это незаконно. Почему это незаконно? Обжалуйте мои действия в суде. Да вы обжалуйте. Я не хочу заходить. Так не заходите. Я нахожусь здесь. Так а что мне выталкивает? Я вас не выталкиваю. Я выталкиваю посторонних. Зачем вы их выталкиваете? Потому что это посторонние. Это моя охрана. До свидания с вашей охраной. Вот там охрана. Сейчас чуть-чуть. Так мы же домовились. Там не надо. Бачите, на вы, пожалуйста, там. Все, давай, я понял, значит, еще раз. Андрей, а что-то тут? Да, мы нет, по моему заявлению, кто не препятствует, вы установите, пожалуйста. Да, вам, тоже вам, не вам, да. Мы вас сейчас проводим, мы сейчас вас лично вас проводим. Не препятствуем. Вам. Скажите, я тоже прошу на зону. А я сейчас покажу. Укрутную фирму, как называется, ваша трудная фирма. Кипи, соседи людей. Вас повинен отвечать. Ну, их цикавить. А сколько вы? 8. Ну, я сейчас нахожусь на центральной проходной тепловозоремонтного завода. Вижу здесь очень много полицейских. Сейчас время 20 часов 15 минут. Они полицейские, охрана. Но, нет, там на улице полицейских много. И здесь какая-то непонятная охранная фирма. Тетушка. Есть мнение, что тетушки. И есть мнение у здесь
людей, что это рейдерский захват. И, значит, эти люди есть среди них вооруженные, они не скрывают это, не стесняясь, говорят на камеру. Ну, что здесь будет дальше, я не знаю. Ну, я буду здесь до конца. Будем видеть дальше. Чечня, Югославия, там, да. Все проплаченные акции. Так это же проплаченные. Ну, заход, это самое, что рейдерский захват. Это классикус рейдерский захват. Уже знаем. А извините, вы кто? Я исполняющий обязанности председателя управления по тепловозремонтному заводу. Что вы скажете по этому поводу? Да, рейдерский захват, это обычный. Классический, вот, на заказ граждан из Донецка, дальше Вагаровского. Вот эти люди исполняют его конкретный заказ. При помощи были тут сотрудники Генпрокуратуры. Вот, они сейчас смылись. Ребята, если мы сейчас поймем, что есть вот здесь Донецкая слуга. Да тихо, тихо, тихо. У них заказчик с Донецкой. Конкретный причем. А эти люди откуда приехали? Мы не знаем, они не представляют. А откуда вы приехали, извините? Вы полтавский? Да нет, конечно. Нет. Мужчина, да. Сотрудник милиции. Я сотрудник милиции, задать ей. Я с вас спросил, вы не хотите отвечать, не отвечайте, нет проблем. А, вы сотрудник милиции, да? Да не какие-то сотрудники милиции. Так, а что вы не думаете? Ну, если вы решили вместе с ними. А, серьезно? Да какой? Нет. Не, он поинтересовался, я ли сотрудник милиции. Может быть, какое-то предписание будет. Но это не говорит о том, что мы не можем выполнять свои охранные предприятия. Ну кто? Я кто вы? Я протоколочку пробью, я ребятам задание дам. У кого есть товарищ? Вот он нахуй. Вот он говорит, что он нахуй. Есть договор. Вам же показывают. Договор. Там сколько осей будет охранять? Но не должно быть там сколько осей. Потому что количество... Вы же понимаете, что у них нет документов, они вам ничего не покажут. Количество постов, количество людей вычисляется из того, какую работу будем выполнять. Ваш... Как мы можем, если мы ни разу не были, как мы можем... Не нагружай меня, пожалуйста, не нагружай. Ты мне накидываешь лишних умных слов, чтобы я думал про то, что ты кровка. Я тебе задаю элементарный вопрос. Да. Кто керівник вашей службовой охраны? Вашей? Ну, керівник находится у нас на офисе. То есть, кто? Нас на... Кто старший? Старший. Ні, ви його подивилися. Він показав їм. Я представитель, да. В охоронних фірмах. Хто керівник даної охорони? Ну, він знаходиться в... Хто я представитель. Ну, скажіть, будь ласка, яке ви маєте відношення? Чи він докаже, що ви представник охоронної фірми? Любе документ. Довірене. Доручення. Доручення, будь ласка. Доручення. Ну, не должно бути навіть. Ви зараз опять. Та доручення показати представника. Тобто нема. От коли ви до мене входите і скажіть, ви працівник поліції? Кажу, так. Покажіть своє службове посвідчення. Я повинен вам показати? Ви зараз... Ці охоронники уходять, а ви стоїте. Давайте припустимо. Приходить сюди любий громадянин. Я. Да, він підходить. Ви його не пускаєте. Він задає вам, ви хто? Ви скажете, охорона. Так, яка ж охорона? Він скаже, я, ви можете стати, теж охоронницем будете в цій. Ви ж можете стати? Ні, я туди не можу, тому що такі речі відбуваються. Він може охоронник вашої фірми. Я взагалі руководитель вашої фірми. Ану все, я руководитель вашої фірми. Валіть відсюди. Як я можу довірити оцій особі, я не знаю. Може він хороший чоловік, може він настоящий. Як я можу довірити, або він довірить цілий завод? Кому? Тобто, навіщо удостовірення говорить о тому, що він може довіритися? Навіщо удостовірення, він каже. Я передам матеріальні цінності кому-то. Охоронної фірми такої. Ми тут з трудової книжки, тобто приїдемо, покажемо, що ми... Так ще, ви приїхали сюди. Ви вже приїхали. Я вам хочу ви вже сказати. Приїхали послушайте. Сюди. Ми приїхали сюди. Слушайте, ну ви слышите. Не рейдерський захват, тут ми сюди. А що це? Це саме настояще. Він взагалі не чує. Він нічого йому кажуть показати. Зовут вас. Представці. Я не знаю, як чоловік забігали би там, щоб поламали і ще. Та не треба говорити, якщо би. Всі прекрасно знають. От любой сотрудник так же само може сказати. Як це робиться? Чим ви питаєте через дачі, тому що самі не вірю. Документів немає. Я задаю вам элементарный вопрос, вы мне на них не отвечаете. Потому что нет у них документов никаких. Это не ваш храм. Вы сейчас забудете, кто вас украл. Вы забудете сейчас, это не ваш храм. Я спрашиваю элементарно, скажите посвящение любого вашего охранника, что у вас есть охранник. Я сейчас на Южном вокзале привезу вам сейчас 20 человек, и все будут охранники ваши.
Давайте команду, пожалуйста. Я элементарно. Я не кажу, що ви не приймаєте. Хто Лінкіна зовут? В тому числі і ви. Странная картина. Люди отказываются вообще представляться. Мы их не знаем ни по имени, ни по отчеству. Но они утверждают, что они здесь собираются охранять предприятие. Кто и что они, мы не знаем. Полиция ничего сделать не может или не хочет, мы тоже этого не знаем. Что это за люди, вообще непонятно. Но мы выросли в Полтаве, ни одного полтавского лица среди них мы не видим. Я сюда только зашел, я устал здороваться. То есть с тем рос, с тем гулял, с тем отдыхал, с тем работал. Очень много разных людей, которых я знаю лично. Среди охраны фирмы никого не знаю. Делаю вывод. Это люди приезжие, не полтавские. Гляньте, подожди, спросил, как зовут. Какая разница, как меня зовут? Документы. Какая разница, какие у меня документы? У меня документы. А куда вы пришли вообще? Куда вы пришли? На какое предприятие? Я пришел, куда угодно я пришел. К себе домой. А, вы здесь живете? Это не лекарня, шановный. Я не знаю, правильно. Давайте мы их выведем отсюда. Вы не знаете, кому вы. Давайте мы, наверное, их выведем. Вам не смешно. Потому что уже это не смешно. Пожалуйста, мы поможем. Только давайте, а нас да хай пусть. Я вважаю, что это значит. Граждане, которые находятся здесь без документов, большая тяжесть. Пониманием отнестись. Потому что здесь находятся, значит, такие же охранники, как и вы. Только они находятся с документами и с ответственностью материальной за сохраненные ценности. Они, естественно, не допустят сюда никаких лиц, в том числе ваших старших, без документов. Потому у вас проблема документальная с вашим старшим. И вот сейчас вас хотят швырнуть... Я вижу... Директор дирекции предприятия уговаривает людей черным покинуть предприятие. Уговаривает толерантно. Вот мы сейчас вот это смотрим. Это вы провоцируете. Нет. Никто не собирается решать. Написали заявление, сейчас разберемся. Вы идите на территорию. Вы документы покажите, хоть какие это. Подождите, вы дайте полиции разобраться. Все, пускай уходит. Это уже третий полицейский. Это сейчас я вылетаю. Полиции напишите заявление. Зачем вы наряды вы? Международная организация, это громадская организация, да? ГОшечка, да? Так телохранители или охранники, кто вы? Международная организация телохранителей. Какое ты отношение имеешь вообще туда с заводом? До завода. У тебя договор с международной организацией телохранителей? Согласно договору мы охраняем человека, который пишет заявление. Так а с заводом? Международная... А что ты на территории завода делаешь? На территории частной собственности. Это частная собственность. Я так понимаю, согласно действующему законодательству, КПП осуществляет контрольно-пропускной пункт. Мы находимся с этой стороны, а не с той. Это территория, смотрите, и вот территория, это территория завода. Но вы хотите зайти охранять завод. Это мы никуда не хотим зайти, вы нас не пускаете, мы не заходим. КПП находится для того, чтобы вы же начали... Это частная собственность. Но не в рабочее время. Контрольно-пропускной пункт. Вы со мной рабочее время. Территория завода по законодательству. 15 метров. Лично меня вы не пустили. Рабочее время. Вы залетели сюда, нет, забежали. На камеру все зафиксировано. Как вы залетели вы сюда? Снимаете, сразу вы за выходом из тюрьмы прокуратуры. Никто, хочу, что вы нам рассказали? Я зашел, рабочее вы меня не пропустили, кончено. Я стою покиньте здесь, прохожу. Дальше не прохожу. Так покиньте прохожу. Рабочее время закончено. Мы с ним покинем ваш завод. Сейчас он напишет заявление. Ребят, вы это вы вдвоем, да? Это вы вдвоем или вы все? Вы вдвоем. Ребят, вот вы вдвоем оставайтесь, так ставьте рядом с ним. А остальные покиньте территорию. Ребята, вы, а вы как телохранители, вы не имеете отношения. Встаньте возле него, проблем нет, сюда спешивайте. Зачем вы мне указываете, где мне стоять? Остальные, вы же с собой ходите, что вы здесь делаете? Я с ним пришел. Ну, это ваш, а вот это кто за вами? Кто это за вами? За вас, вот это вот кто стоят? Вот, какая вот это. Проблема? Ребята, какая проблема, что ты тут находишься? Проблема. Выводите людей. А телохранители эти даже не остались. Давайте мы не будем. Вы это проблема.
Ви зараз... Звісно, я знову поступлюся. Дайте мені поступлю. Я до вас... Ви тут не коректно. Я спілкуюся, ви... Так, будь ласка. Що предмет договору, що ви замовник, а вони виконавці. Вони повинні здійснювати свої дії штатними охоронниками. Де мій штатний охоронник? Я тут, я визначу, як... Я замовник, я не виконавець. Я вас зрозумів, я вас почув. Ви ж показуєте мені договор? Так. Я хочу знати, хто такий штатний охоронник. Штатний охоронник? Ну, це особа, яка визначена співробітниками охоронної фірми. Ну, так. Да. А я да, про охорону можна, хочу перевірити. Я почитав штатом, я думаю, ну де штатний? Відповідно, до якого штату? Я хочу знати, що це охоронник із штатних. Що він дійсно відповідає до цієї фірми, називається вона. Що вони мають відношення. Взагалі, де представник цієї фірми? Хоча б знову. Нету у нього документів. Він каже, значить, немає. Так нету документів в Граніт Дніпро. А хто тут з Граніт Дніпро взагалі? Ніхто? Немає. Так ви так видаляєтеся сюди, граждане. Ви оставайтесь. А їх видаляє. Вот там, на вулиці. Общайтесь скільки угодно, з ким хотите. Я задаю правильні питання. Правильні вопроси? Не слышно, тому що тут написано предмет. Добре, тут написано. Алло. Добре, я здесь знаю. Ви до мене звертаєтесь. Я спілкуюсь про те. Він замовив. Він замовив головну фірму Граніт Дніпро. Граніт Дніпро. Відповідно до договору повинен здійснювати дані дії штатними охоронниками. У мене вопрос. Де штатні охоронники? Но я сейчас увидел странным образом, эти люди сворачиваются с сумками и все, и куда-то уходят. На часах 21:32 покинули помещение, но я вижу, они там построились возле ворот. Ну, сказали, ночевать каким-то образом собираются здесь. Не исключено, что все-таки ночью они примут решение захвата. Я не знаю. Что там происходит? Все равно идут переговоры с полицией. Начальник охраны завода переговаривает с полицейскими. Что там будет, непонятно. Люди стоят, ты заходишь на территорию и вокруг. Телефончик, может, ты? Да, 066, да. 14 директор. Сзади у меня стоит. Директор, как называется компания? ТОП Стальбар. И патрон.